Экватор лета – горячая пора для аграриев. Через месяц стартует уборочная кампания. В этом году День поля провели неподалеку от областного центра, в деревне Крутово Ивановского района. Традиционно на этом мероприятии проходит выставка-ярмарка продукции сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Сыр, сметана, молоко, мясо, яйца. Фермеры могут угостить всех желающих своей продукцией и заполучить постоянного клиента. Своего покупателя ждет и сельхозтехника. Сразу несколько крупных ферм привезли в Ивановскую область лучшие образцы. Это универсальные погрузчики белорусского производства. Компактные и многофункциональные. Применяются в дорожном строительстве, коммунальном и сельском хозяйстве. Фермы широко используют. Можно кормораздатчики, уборки, кормов, этого навоза. Ни одно серьезное хозяйство не может обойтись без трактора. Это новая модель от Ковровского механического завода. Уже около 15 лет такие машины успешно служат чешским фермерам. Продажи в России стартовали недавно, приобретают в основном южные регионы. Стоимость этого образца – 3 миллиона 800 тысяч рублей. Данная модель 136 лошадиных сил. Позиционируем как пропашной трактор для использования для фермерских хозяев, на вспашке плугами до 4 корпусов оборотными и для использования на животноводческих фермах для раздачи животным кормов. Традиционно самой зрелищной частью Дня поля становится трактор-шоу. Лучшие в своем деле механизаторы соревнуются в умении виртуозно управлять машиной. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.